Всем привет, у микрофона Субикус, и сегодня я вам покажу три сборки на М4. В первой сборке я взял монолитный глушитель, ствол поставил меткой стрелок DVC, четырехкратный тактический прицел RTC, перка Орлиный глаз и боезапас 50 патронов. Данная сборка рассчитана на дистанцию и на минимальную отдачу. Вторая сборка идет на подвижность. В ней я поставил перк-крепыш, лазер, рельефную обмотку рукоятки, без приклада, легкий ствол МИП. Третья сборка рассчитана на контроль, то есть на минимальную отдачу. Дуло легкий дуальный тормоз, ствол мягкий стрелок, приподнятая рукоятка Ranger, увеличенный боезапас на 50 патронов и прорезиненная рукоятка. Ну а наше видео подходит тем временем к концу. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока!